27-летняя Маргарита Грачева рассказала, как функционирует ее рука, которую чудом удалось спасти врачам. Вторую изувеченную кисть пришлось заменить протезом. Жительница подмосковного Серпухова стала жертвой теперь уже бывшего мужа-тирана. 2 года назад Дмитрий Грачев приревновал жену и решил ее проучить. Мужчина отвез Маргариту в лес и пытал, отрубая по частям кисти рук. Хирурги смогли спасти брюнетке только одну руку. Поклонники часто спрашивают Грачеву о восстановлении кисти. Маргарита заявила, что реплантация руки – это только полдела, немаловажную роль также играет реабилитация. Некоторые люди думают, раз пришили руку, значит скоро она заработает. Чувствительность и функционал никогда не станут как прежде. Огромное счастье, что она вообще прижилась с такими травмами. Руку собирали из нескольких отдельных частей, 8 переломов, она пролежала в лесу более 3 часов, поделилась в Инстаграм брюнетка. По словам Грачевой, рука восстановилась процентов на 15-20. Сейчас Маргарита чувствует горячее и холодное, но отличить на ощупь, например, кота и подушку, она не сможет. Тем не менее, девушка самостоятельно справляется с домашними обязанностями, детьми и котом. Сложнее всего Грачевой справляться с мелкой моторикой. Я не могу подстричь детям ногти, застегнуть пуговицы, собрать, заколоть волосы никак не получается. А еще я не умею писать, расписаться смогу. Но это протезом, рассказала брюнетка. На протяжении 2 лет Маргарита перенесла несколько операций на руке, прошла курс реабилитации, которые сопровождались болезненными уколами в плечо. Грачева мужественно справилась со всеми испытаниями и научилась радоваться тому, что имеет. Пусть с огромным количеством шрамов и небольшой амплитудой движений, но это рука моя, заявила брюнетка. В конце декабря Маргарита показала свои шрамы на сексуальных снимках. Накануне Нового года Грачева устроила праздничную фотосессию с сыновьями. Ранее она откровенно рассказала о зверских пытках бывшего мужа.